Дорогие жители города Самары, позвольте мне от имени Витебского городского исполнительного комитета, Витебского городского совета депутатов, всех жителей города Витебска поздравить вас с 429-летием со дня основания города Самары. День города – это день подведения итогов. Событие, которое объединяет людей различных профессий, взглядов и убеждений. День, когда каждый ощущает свою причастность к истории, к судьбе и к успехам своего города и по праву гордится его славным прошлым, бережно приумножая то, что было сделано. Ежегодная традиция празднования Дня города – это всегда яркий праздник. В этот день город по-особенному красив, нарядны его улицы, парки и скверы, а лица людей светятся улыбками и радостью. Самара – город с богатой историей и традициями, расположен в живописной местности, на берегу одной из крупнейших рек Российской Федерации – Волги. Самара является крупным центром машиностроения и металлообработки, пищевой, космической и авиационной промышленности, крупнейшим транспортным узлом, 7-м по численности населения городом Российской Федерации. Самару и Витебск связывают давние, теплые и дружественные взаимоотношения. 16 мая 2001 года между нашими городами был подписан договор о сотрудничестве, что вывело на новый уровень взаимоотношений в экономической, социальной и культурных сферах. Верю, что сотрудничество между нашими городами станет залогом их дальнейшего развития. Пусть уважение и взаимная поддержка и в дальнейшем будут составлять основу наших взаимоотношений, вдохновляя на новые успехи и свершения. От всей души желаю жителям города Самары здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия. Пусть ваш город развивается и процветает. С праздником! С Днем города!